Итак, друзья, мы продолжаем. КВН. Продолжаем. Конечно же, конечно же. Первый региональный чемпионат. Первое. Отборы. Отборы. Отборы, конечно же, регионального СНГ чемпионата. И это первые отборы. И сейчас у нас играют команды, уже нам знакомая команда GGEU. GamingEU, да, играют они против Five Solo Players. Возможно, некоторые из вас знают такую команду, как Five Solo Players. Они очень частенько появлялись на ESL-ских ивентах. И многие из вас знают, кто такой Посол, многие из вас знают, кто такой Хуанг. Достаточно хорошие игроки, и я думаю, нас ждет действительно интересная игра. Да, я думаю, будет интересно посмотреть, тем более это уже раунд of 32, ро 32. И все приближается к тому, что мы узнаем явных фаворитов на получение заветных слотов. Соответственно, уже на сам ивент. Итак, баны вполне стандартные, кстати, для ситуации, которая... Да, да, полностью стандартные. Это Казикс, Шен, Диана с одной стороны и Элис, Трэш, Твист Фейт с другой стороны. И ферст пиком, да, Джейс. Не стоит заморачиваться прям сильно, если мы увидим какой-то нестандартный пик, это может быть плейсхолдер. Да, как нас уже один раз обманули. Да. И будет ли это сразу Валибир и Лулу? Такой достаточно, кстати, можно сказать, олдскульный сетап. Он использовался месяца три повсеместно. После нерфа, к сожалению, Валибира его перестали брать так часто, однако в этой игре он будет. Да, да. Два пика сейчас от команды GGEU или GambitGearEU, кому как удобнее. Итак, это Nautilus Jungle, скорее всего. И второй пик. Второй пик, возможно, будет либо саппорт, либо адекерри. Я не думаю, что прямо сейчас они будут показывать своего мидера. Хотя все возможно. Тут все зависит от того, как команда играет. Либо она играет свои стратегии, либо пытается как-то контрить стратегии, либо контрить определенные пики вражеской команды. Да, знаешь, понаблюдав за играми GamingEU, у них есть ярко выраженный вот этот свой стиль игры. Алнир очень сильно любит Наутилуса, на самом деле. Мазерин, по-моему, из четырех игр, что я видел с его участием, четыре были на Ариане. То есть есть какая-то вот стратегия, да, которую команда старается придерживаться, изредка заменяя персонажей. И Deadly Brother берет Грейвса, на котором он отыграл и прошлую игру тоже. Возможно, это будет... Нет, Трэшаем забанили. Значит, это может быть... Что? Это может быть Леона. Это может быть Лулу, уже пикнут у нас, да. Нужен какой-то либо контроль массовый, либо... Что-либо еще. Возможно, даже Моргана, кстати, очень хорошо бы. Ты знаешь, я бы сказал, что нужен урон скорее, потому что пока ни в Лулу, ни в Валибире урона-то и нету. А вот да. Пик Варуса будет как раз отличным, потому что Варуса урона много, единственное, чего у него не хватает, это сейф-абилы, каких-то эскейпов. И это Варус, и будет ли это люкс? Да, скорее всего. Уже второй раз мы видим люкс. Нет. На последней секунде меняет на Ари. Ари тоже очень интересный персонаж. Будет интересно посмотреть на Ари ингейм, потому что... Третий раз я не буду говорить слово интересное. Конечно же, игры с Ари всегда зрелищные. Да, благодаря тому, что у нее есть таунт, ее чарм, у нее отличный ульт. И игры с ней сильно зрелищные. И это будет физ. Вау. Инами. Возможно. Вау. Но это очень классно, если это... Возможно, если это не плейсхолдеры. Да, если это не плейсхолдеры, это действительно классно. То есть что-то необычное покажет нам, возможно, игроки. И нам... Будет интересно. Да, Нами. Нами Локинец. И последний пик команды Five Solo Players. Это Джарван. Джарван топ, которого мы, кстати, уже видели и в прошлой игре. Ну, кстати, как раз вот топ-лейн будет,
будет the same. Джейс против Джарвана. Да. За мидлейном будет слить очень интересно, потому что Фис это очень агрессивный мидер, и если, да. Если он не делает какой-то агрессии, он, по сути, не такой полезный, какой мог бы быть. Уже буквально... Да, это именно персонаж, который основан на том, чтобы быть агрессивным и получать какое-то преимущество уже на стадии линий. Итак, будет ли это все-таки залоченный Джарван, и было ли что-то из этого плейсхолдерами? Узнаем мы буквально с минуту на минуту. Мне очень нравится пик левой команды, потому что все-таки... Потому что там три рыбы. Кстати, подожди, третья. Нами, Физ, а... Ну и подводник Наутилус. Нет, это не будет плейсхолдером, не было плейсхолдером. Соответственно, Алунир уже взял своего Наутилуса, Дэдли Бразер взял своего Грейвса. Инспиро будет саппортить не на Трэше, но на Нами. Мазерин будет играть не на Ариане, а первый раз я увижу его на ком-то другом. И этим другим станет Физ, а NBS будет играть соло-топ Джейсом. А фиолетовую команду представит Фанкер, не так ли? Да, да, конечно, это Best Support Row будет отыгрывать на Лулу. Сложно читаемый ник JR1G. А по-моему, это читается как Григо. Григо. А, да, да, не увидел возможности. Будет отыгрывать на Волибиле, на Вербиле. Тьфу ты, к сожалению, я немного на возможно. Волибире. На Волибире, да. На Варусе будет отыгрывать Дес, Посол будет отыгрывать на Аре, и Хонг 10 будет отыгрывать на Джарване четвертом. Что можно сказать по силе команд, будь то в Верли, будь то в лейтгейме? Мне кажется, в лейтгейме тут я даже не могу не поставить какого-то... Я бы сказал, что в лейтгейме пик фиолетовой команды будет чуть-чуть все-таки посильнее, чем пик гейминггир его. Физ не так хорошо скалируется в лейт, как другие мидеры, уж точно скалируется в лейтгейме уже, да, хуже, чем Ари. Что еще можно сказать? Пик Нами достаточно редкий. Мы уже видели, конечно, пару хороших Нами, которые действительно побеждали игры. Вопрос только в том, насколько натренирован этот персонаж у Инспира. Про Джейса сложно сказать что-то плохое, это один из лучших персонажей в игре на данный момент. Алунир на Наутилусе действительно хорош, он, кстати, немножко, знаешь, проседает в Верли, но потом в мидгейме как раз он показывает всю свою мощь. Это даже не персонаж, это именно стиль игры данного игрока. Дэдли Бразер на Грейвсе, Грейвс это не самый лейтовый, опять же, АД-кэрри, да, поэтому я о чем и говорю, в лейтгейме пик фиолетовой команды сильнее, но... Пик синей команды подразумевает то, что одиночную цель или, например, две цели, стоящие вместе, они смогут заберстить, просто взорвать за секунды. Это очень и очень важно, потому что количество урона у них, которое они наносят берстом, просто невероятно. Это Грейвс, это Физ и это Джейс. Если они ловят какую-то лоу-хпшную цель, будь это Лулу, будь это Варус или Ари, эта цель умирает за секунды. Тем более Варус очень легко поймать, ибо это очень мобильный АД-кэрри. Вот я как раз хотел сказать, что Физ очень хорошо работает против Варуса. То есть Варусу никуда не убежать. По сути, у него есть только флеш, и все. И дальше Физ его ломает. Он кидает ульт, доджит ульт Варуса своей ешкой, и все. Личбейн на Физе делает свое дело. Да, именно так. С Игнайтом отыгрывает саппорт команды 5 Solo Players, и Gaming Gear Inspiro берет на саппорта Exhaust. Да, в прошлой игре там, по-моему, был Игнайт, да, наоборот? Да, на Трэше был Игнайт. Да, в этот раз, соответственно, сменил свой саммон респелл Inspiro. Игра обещает быть, на самом деле, напряженной на всех стадиях игры, потому что есть и начальная агрессия, есть и прекрасный потенциал для драк, да, для файтов каких-то, потенциал для выцепления одиноко стоящих персонажей в виде Таунтари, в виде Наутилуса, даже не сказать, какого-то скилла Наутилуса, да, Наутилус это и есть выцепление. 10 секунд до начала игры. И мы с вами будем наблюдать RO32 игру, соответственно, первых отборов на первый региональный чемпионат по League of Legends в СНГ между GearU и, конечно же, 5 Solo Players. За кого ты будешь болеть, Фанкер?
Мне очень нравится, как Хонг отыгрывает на Джарване. Я верю, что он сможет что-то противопоставить Джейсу. Все-таки Джарван имеет очень большой потенциал к агрессии на лайне. Да, он может очень хорошо лынить, действительно, вместе с джанглером. У них огромное количество контроля и урона. Это очень и очень важно. Но знаешь, я буду как-то болеть за синюю сторону, за Gaming Gear U. Наверное, в первую очередь, потому что я уже смотрел их игры, мне нравится их стиль, мне нравится их использование Наутилуса. Теперь они еще и начали пикать Грейвса, чем несказанно меня радует. Все-таки это не столь часто пикабельный персонаж в мете. Поэтому я за них. И Физ, кстати, тоже. Кстати, вот что ты думаешь по поводу скина Джарвана, вот этого, именно картинки, где он на коне? Мне не нравится. Не нравится? Да, именно сам скин или картинка именно? Не знаю, мне не нравится ни скин, ни картинка. Мне нравится Джарван, которого давали за первый сезон. Ну, он такой... Ну ладно, в принципе, на вкус и цвет, конечно, но мне кажется, вот этот Джарван очень хорошо ингейм выглядит, очень хорошо проработан. А смотри, как называется скин на русском языке, и постарайся прочитать с первого раза правильно. Джарван 4 воюющих королевств. Молодец. Да, да. А также хранитель рун Валибир, злобная. Это, кстати, новый скин, да, на Валибира. Я не видел его ингейм ни разу. Я тоже, кстати, ни разу не видел. Давай мы сразу оценим его по 10-бальной шкале. Как тебе такое? На картинке он выглядит где-то на 9, мне кажется. Очень воинствующий такой, броня железная. Там еще мех такой сзади. Да. Лежит броней за шеей. Посмотрим, как он выглядит ингейм, но я тоже по картинке скажу, что 9 из 10. Очень хорошо выглядит скин. Так, у нас начинается потихонечку игра. По крайней мере, все игроки уже загрузились. Да, остались только мы с тобой. Да, да. Да, загрузка есть, и так сразу же пауза. Возможно, это какой-то обряд у Game Gear. GU против Five Soul. Все правильно, замечательно. Чата я, к сожалению, не вижу. Слышишь, ты тоже, насколько я помню, да? Да, кстати, тебе... Давай лучше я тогда включу. Да, хорошо, давай. Итак, как раз смотрим сейчас на Валибира. Ух ты! По-моему, это твердая девяточка такая. Да, слушай, правда офигенно. Я бы тоже сказал, вот что 9,5 даже. Пластины на руках смотрятся действительно классно. Первый раз вижу скин, и мех сзади, вот этот вот капюшон такой. Шикарно. Офигенный. Да. Надо будет посмотреть, как он бежит в Rolling Thunder. Там вообще, наверное, что-то классное. Вы знаешь, эти пластины, и он бежит на них. Срочно покупать, ребята, срочно покупать. Итак, опять у нас сейфово стоят Gaming Gear U. Стандартное такое позиционирование. Что стоит отметить, Five Solo Players тоже очень сейфово стоят, чекая абсолютно все проходы в их лес. Да, потому что... Не знаю, почему-то европейская мета склоняется к тому, что команды сразу играют агрессивно. Нету агрессивных вардов, нету каких-то агрессивных заходов в вражеский лес, попытки что-то там убить. Именно такое сейфовое позиционирование и игра именно от защиты для начала. Да, будут Айри вместе с Джарваном забирать ведьм. Вальбер начнет с синего, также с красного начнет, как и в прошлой игре, кстати, начнет Наутилус. Итак, миньоны были призваны, крипы уже идут. Нами ставит защитный вард. Соответственно, это был трехминутный. Теперь не смогут прийти как-то помочь, наоборот, помешать, конечно же, сделать големов. Батлейн у синей стороны. Нами, кстати, промахнулась аквапризаном по большому голему. Ну, бывает. Да. Бывает. Да, забирают волков Физ вместе с Джейсом. В это же время ведьм забирает Ари вместе с Рваном и расходится по своим линиям. Да, начало игры абсолютно стандартное. Посмотрим, что у нас будет, потому что у нас есть такой агрессивный жанр, как Валибир.
Есть Лунир, который тоже очень агрессивно исполняет Наутилуса. И чувствую я, что Ферстблад будет до пятой минуты. До пятой минуты. Как тебе такое? Мне кажется, на боте все-таки что-то произойдет. Нами может отыгрывать достаточно агрессивно. У нее есть и хороший харас, у нее есть хороший контроль. Плюс Грейвс вносит действительно большое количество дэмэджа со своих скиллов. Поэтому я не исключаю той возможности, что ФБ произойдет именно на боте от команды GU. Вот он, Хонг, этот агрессивный Джарван. Смотри, уже прожал очень серьезно Джейса. Плюс сюда еще потихонечку подходит Валибир, но все заваржено в виде Джейса, как-то не представляет. В этот момент на боте аналогичная ситуация, которая произошла в той игре. Просто один в один прожали очень сильно Варуса и заставили его бэкнуться. К сожалению, чуть-чуть не успела Нами сейчас попасть в свой аквапризм на Варуса и успел он бэкнуться. Прям на миде в это время 2 на 2 замес происходит. Валивира заканчивается Роллинг Фандер. Чуть наносит он урона с помощью своего замедления по Мазерину. Но Лунир очень сильно просел по ХП. Это может сказаться на его джанглинге. Итак, по крипам все достаточно ровно, если не считать бота. 18 крипов против 8 у Варуса, но в этот раз все-таки... Мазерин очень сильно запушили на мидлейне. Вот этот момент может сильно сказаться сейчас на геймплее. Физу трудно отпушивать. Да и попросту нечем, скорее даже. А Лунир обходит сбоку, у Ари нет флеша, у него очень мало маны. Ой-ой-ой, как сейчас может сильно встрять. Посол ловится, он хуком станется, соответственно, Утилусом. Это ферстблад для Мазерина. Еще может здесь очень сильно встрять Валибир, у которого нету тоже флеша, уходит. Мазерин на флеше, пассивка Валибира. Chosen of Northern Winds прокает, а Лунир может умереть. Перекидывает его и умирает, соответственно, Лунир. Ой-ой-ой-ой, бедный Наутилус. Очень хорошая игра от Грига. Да. Очень. Настолько агрессивно, настолько уверенно. У него все получилось в это время на топе. Да, Хонг 10 прекрасно управляется Джарваном против Джейса, в отличие от прошлой игры, да, когда Джарван был полностью, наверное, порабощен Джейсом. В этой игре наоборот, Джарван чувствует себя просто превосходно на этой линии. Кстати, чуть-чуть Валибиру не хватило дэмэджа с его... В русском названии это бешенство, соответственно... W spell, чтобы забрать физа. То есть, ты видел, физ отфлешился, ну, буквально хп может на 20, но может быть даже на 10. То есть, еще бы чуть-чуть, и был бы даблкил. Да, тем не менее, ферстблад достается физу, он забирает себе Дорен Ринг, покупает Amplifying Tom, вард, не энное количество хилпотов. Война вардов просто сейчас. Ой-ой-ой, ловит Лулу сейчас. Ой-ой-ой, какой хороший бакшот, минус флеш. Ну, конечно, батлейн ГГУ сейчас... Да, очень хорошо играет и Спиру. Идеальные вещи делает, да, просто идеально отыгрывает. За каждую ошибку он наказывает своих оппонентов. Нельзя сказать, что там прям вот оверплей, там именно наказание за ошибки, да. То есть Лулу вышла добить вард, ну, не слишком хорошо, да. Сразу же Аква Призон, сразу же бакшот вплотную, который носит, как мы помним, дополнительный урон, если кидается вплотную, и все три пульки попадают. Ну, и как бы ничего хорошего. У Грига пятый левел, он приходит на батлейн, Роллинг Фандер уже юзается, и перекидывает Нами сейчас, сколько, да, Аквапризм? Одна секунда, Аквапризм, успеет ли кинуть сейчас? Нужно успеть. Да, кидает на Валибира, хорошо. Очень надежно играет Энспира. Да, ты знаешь, он там ушел буквально на 30 хп и выжил из-за хилпота, при этом ушел... Буквально вот... Экзост. Да. В это время ловят опять Ари. И да, тут просто очень легко забирают с помощью Алунира. Мазерин получает второй килл. У Ари 37 крипов, у Физа 24, но у него 2 килла. Он нуждается именно в убийствах, поэтому у него на данный момент все просто отлично. У него есть 6 левел, у Ари есть только, соответственно, 5 уровень. И Ари может очень-очень сильно встрять, когда она вернется на линию. Что интересно, кстати, НБС не качает ни ульту, ни W. На топе-то в это время что происходит? Хонг 10 напрыгивает катаклизмом, но это явно было недооценивание дамага оппонента, и Хонг умирает. Как раз, кстати, можно сказать, за счет вот того, что он прокачал только только Q и E, то есть Джарван сейчас его убил. То есть была Acceleration Gate.
наверное. Да, 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 да. Джейс убил, Джарван умер. Да. Увеличенный урон от To The Skies, от шок, соответственно, Блеста очень сильно порешал этой ситуации. Нельзя не согласиться. Так, как знаем... знаешь, растерялся Хуанг Тен, да. То есть, по-моему, он, когда умер, у него было и штандарт, и, соответственно, удар дракона. Да, палец сейчас наутилус на варде, никакого контржангла синего бафа, скорее всего, не получится, но посол не сдвигается. Но Грига, сейчас. По-моему, да, заберет свой синий, не дав нет, его. Нет, вот посол сдвигается. Да, в итоге синий действительно достается Аре, но очень много, конечно, здесь КБ потерял Валибир. Бэкается Фиск, скорее всего, это будет уже Шин сейчас. Макс, кстати, Playful Trickster, ну, это стандартно, да. Если вы не максите Playful Trickster на физе, у вас главная проблема с тем, чтобы отпушивать. Если вас запушивают в башню, вы уже просто ничего в этой игре, к сожалению, не сделаете. Кстати, Варус максит не Hail of Arrows. Угу. Вот это вот как раз после фикса произошло. Многие варусы начали максить... После нерфа даже, можно сказать. Да, после нерфа, да, конечно же, после нерфа. Многие варусы начали максить именно куб, потому что дэмэдж... Да, Piercing Arrow. Да, дэмэдж стал намного выше. Физ очень агрессивно себя ведет на лане, он может себе это позволить, у него счет 2-0, у него неплохой фарм, именно вот для данного персонажа, то есть Физу очень трудно фармить, тем более против Ари, который постоянно его пытается отзонить, постоянно пытается кинуть ему какой-то спел, поймать в таунт. Итак, 3-1, Наутилус, кстати, приходит на топ, варда здесь не было, Хонг Тен ловит его, соответственно, Наутилус сразу прыгает, Джейс, огромное количество урона и не дает сделать уход комбой Джарвана. Это минус Джарван. Да, есть, это минус Джарван, конечно же. Пытается забрать пару крипов перед смертью, забрал одного, ну и то лучше. Да, и то лучше, чем просто так умереть без вообще какого-либо голда. Вальпер вырывается сейчас. Пытается ворваться, я думаю, Грига не успеет. Нет, флешок, как же агрессивно сейчас играет. Отличный аквапризм. В прокаст просто запустили умирает. Запустили сейчас просто Валибира. В итоге умирает Грейвс, но умирает еще и Варус. И нами сейчас просто с красным бафом преследует свою цель. Физ в это время убил один на один Ари на мидлейне с помощью своего ульта. Отличный аквапризм, это трипл килл. Нет, нет. Нет, это ульт. И... Нет, Гроф и... Да. К сожалению, нами не удалось сделать трипл килл. В это время, кстати, Физ на миде убил Ари. И это уже третий килл для Физа. Пора задуматься, пора как-то этого Физа убивать, потому что на сноуболящийся Физ это ужасно. Действительно, на боте очень хорошо отыгрывают Инспира вместе с Deadly Brother. Мне очень нравится этот бот, действительно класс, с учетом того, что они юзают Грейвса, и очень хорошо у них он получается. Джарван в это время врывается на топе на Джейс, и, знаешь, и отхватывает очень и очень сильно. Это флеш катаклизм, плюс Игнайт еще пытается как-то добить своего оппонента, и но не нет, знает, нет, здесь НДС. Нет, очень агрессивно действует Хонг, несмотря на то. А вот Физ идет на топ, а варда-то сейчас нету у Джарвана. Не получилось. По-моему, здесь нельзя прыгать. Да, здесь нельзя прыгнуть, конечно же. Ну, бывает, возможно. Ну, да. Такое, да. Задумка-то неплохая, кстати, в принципе. Стрять, у него нет ульта, его спирит раша. Валибир видит Физа, Физ видит Валибира, но ничего не произошло. В итоге, а вот Deadly Brother терпит на батлейне один против двоих, однако у него есть уже Vampiric Scepter, таким образом он может вернуть себе энную часть КП после этого. Ой-ой-ой, посол! Просто отфлешивается от Playful Trickster, а вот на топе Грига врывается на НБС, и здесь, скорее всего, НБС-то и умрет. Игнайт да, проюзает, но... Неужели? Прекрасная игра от НБС, и в этот момент во всей карте что-то происходит. В итоге умер у нас Валибир, пытаясь забрать под вышкой НБС-а. Умер у нас Мазарин, пытаясь под вышкой также забрать посла. Вот это да, просто по всей карте происходят какие-то действия, динамика. Действительно, это очень зрелищная игра, несмотря на то, что все-таки счет 8-3 сейчас в пользу команды GGO. Как же хорошо кидает аквапризм. Да, это просто, просто Лулу не успела приземлиться на землю. После аквапризма уже Deadly Brother сделал бакшот и убил. Хорошо вовремя подходит сейчас Наутилус, чуть-чуть не попадает кушкой нами, и да, это килл, конечно же. Прекрасно отыгрывать ботлейн. Вот ни одной такой вот прям вот ошибки от них не было.
мало что можно сказать. Хорошо отыгрывают, очень хорошо отыгрывают Инспир, хорошо отыгрывают Грейс. С учетом того, что это не самая популярная АДКэрри, особенно в европейской мете. Именно так. И, судя по всему, это будет первый дракон, достаточно поздний, но очень и очень уверенный от ГГУ, да, на 12-й минуте. Тавер на топе, кстати, тоже может дотерпеть. Это будет первый тавер, если он упадет. Нет, сюда подходит Грига. И НБС может встрять. Хотя, с другой стороны, нападать Джарвана сейчас на Джейсон может быть смертельно опасно. Best Support True пытается как-то что-то заспотать. Да, ну, просто узнает хотя бы тайминг, чтобы сказать об этом. Ой, как терпит Джарван сейчас от бедного Джейса. Точнее, наоборот, от богатого Джейса, бедный Джарван. Врывается в Валибир, но башня падает. И ой-ой-ой, Валибир тут тоже может встрять. Какое количество урона сейчас идет просто от Джейса. Врывается Джарван сразу катаклизмом. И подпустит, да, скорее всего, убьет. Да, убили. Чуть очень конг, хорошо конг сейчас поступил. Достаточно опасно, конечно, потому что он мог упасть, но, тем не менее, этот мув был оправдан, килл был сделан, поэтому никаких, конечно, нареканий невозможно. Счет 10-4, польза команды GU, и по фарму они опережают на примерно 5000, чуть поменьше, 4700. Есть у них одна таверка, есть у них один дракон, и у них все замечательно. Почти личбейн есть у Физа, вот на этом моменте будет очень и очень больно Ари, которая против него стоит и никуда они, соответственно, друг от друга не уходят. Размены сейчас. На мидлейне Spirit Rush потратила Ари, а вот, соответственно, свой ульт, свою акулу Физ не потратил. Это может быть попросту опасно теперь оставаться, стоять Ари. На этой линии у нее больше нету нормальных эскейпов. Тем более Алунир приходит, но прошел, к сожалению, для него по вардам. Кидается в него чарм. Но с помощью Tenacity, спиритов, соответственно, Ancient Golem. Чарм не такой долгий, как, наверное, хотелось бы. Хотя он просто был кинут, скорее, нанести 50 урона и рекольнуться. Держит под вышкой сейчас просто. Какой дэмэдж с бакшота сейчас нанес? Вот ой, это ой, да. Ой. Но все-таки... Да, Валибир очень вовремя. Валибир... Делает Deadly Brother, пытается отходить. Успеет ли? Григо уже переключается на Инспира. И просто Аквапризм двоих умирает Лулу. Даже в такой ситуации... Перекидывается Грейвс, просто добивает вот вару. Что они делают? Угу. В итоге размен получился 2 на 2 в ситуации 3 против двоих. И здесь еще и умрет. Да, Вару. Еще и умер Хонг. Ну, это очень классно. Говорят, в ситуации 3 на 2, если вас двое и вы размениваетесь 2 на 2, это полная выгода. Да, что конечно же. С учетом того, что никаких шансов убежать не было, они просто развернулись и убили двоих. То, что творит Инспира своими аквапризмами, это каждая в цель. И действительно шикарно с тинами. Сильно очень хорошо начал юзать. В это время НБС отрывает в топе, Алунир пытается что-то сделать с послом на Ари, но Ари умирает. Музырин в это время просто соло. Да, да, Джейс умирает. Да. А я сказал не Джейс? Да, сказал Ари. Ну это... Нет, сказал Ари убил, а Джейс не суть. Окей. Ну ладно. В это время выряется башня на мидлейне Физом. Все-таки он не самый быстрый пушер, да, в этом проблема. А вот Т2 на топе уже убивается Алуниром, и Алунир просто начинает уходить на якоре. Пытается здесь ему как-то зачизить фонд, но нет. Решает, что только время терять, чизить. Уже БТ есть. Какой же дэмэдж с бакшота? И нужна ульта? Нет. Нет. Нет, ульты попадает сейчас аквапризом по Варусу. По Варусу. У Варуса еще 22 секунды до ульты. И вот они вынуждаются, скорее всего, бэкать, потому что буквально следующий аквапризом. У Грейвса есть ульт, у Грейвса есть бакшот. У него все прекрасно. Да, конечно, невероятно сильный сетап. Ой-ой-ой-ой-ой, там Варус ушел просто на 10 хп, ну и барьер еще зря потратил. Бегает сюда Грига, но ничего он не может здесь явно сделать. Дету надо бэкаться. И, возможно, это сейчас просто будет минус. Третий тавер уже. Разрыв в голде уже 6000 на 16-й минуте. Это много. С учетом того, что не было ни каких-то выходов, ни каких-то тимфайтов. Сейчас приходит на топ, и такое чувство, что у Жарвана проблемы. Большие проблемы у Хонга. Попадает Ешка, и все, да. Музырин... Слишком большое количество урона сейчас есть просто у Физа. Музырин сейчас очень силен. Стоят на вражеском синем, готовы они, если что, ворваться на Дета с Григой. Если они попытаются ворваться на, соответственно, Инспира и Deadly Brother.
Итак, Грига пытается ворваться вы... сейчас. Нет, нет. Ну, действительно, слишком опасно. Слишком много урона. Слишком больно сейчас рваться в Алибиру. Но дело светит в Алибиру, ничего не происходит. А вот сейчас очень идет... мало маны сейчас. Ловит он огромное количество урона. Прекрасный. Ульт от Нами. Флэш минус ульт Лулу, соответственно, Варуса. И нужно бить Лулу. Чуть-чуть не выжила буквально на щите. Но, тем не менее, умерла. Спирит Раш юзает Ари и байкается. В это время Валибер пытается забрать Грейвса. Как хорошо все делает. Ну, да. Еще один... Еще вот один юз Витраша, да. И Инспира, конечно же, тоже умрет. Наутилус решил не рисковать. Стоит сейчас на варде, он должен это понимать. А подходит туда НБС. И это может быть встревание, на самом деле, огромное. Да, но хорошо, весь дэмэдж, который он выдает, он выдает по Валибиру. Но ведь это же Валибир. И, наверное, НБС тоже может сейчас умереть. Нет, он очень нет, хорошо. Нет, все убегают. У Ари нет, а он сейчас Витраша, и у Ари встаряла. А вот попала на топе... там. Да. На топе умер Джарван. Да, опять. Он уже просто встал, на самом деле ничего делал. А вот Ари может встрять, если сейчас попадет Лунир якорем. Нет. Решил очень даже... много маны сейчас, очень много маны у Джейса. Ой, как сейчас Грига может сделать даблкин, у него просто напрыгивает и ваншотит МБС его. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, разверни... Нет, нет. К сожалению, флеш был... Ну, а такой. А неудержим тем временем. У Ари да, 5-3. Да, у Али 5-3. И Ари на самом деле может закерить свою команду, но если бы не разрыв остальной команды в плане хотя бы денег. Потому что... И посол умирает, да. Это такое было. Размен один на один сейчас Джейса и Ари. Вероятные на самом деле. 30 фрагов за 18 минут. Это самая агрессивная и игра? Динамичная, да, игра, которую я когда-либо видел на сами про уровни хотя бы. Да, и это Т1 тавр на миде, и это Т2 тавр на миде, скорее всего, потому что... Нет-нет-нет, Грига бежит дефать, скорее всего, он успеет. Да-да-да, он успевает. Аквапризм опять замечательный от Инспира. В это время Мазарин гонится сейчас за Лулу. И это минус Лулу. Ой, это минус Лулу. Еще и может умереть Варус. У Варуса нет маны. Нет, попадает. И ульт есть, попадает. Это все, минус Варус. Даблкилл. Не было маны сейчас у Варуса, то есть он не мог ни кинуть ни Chain of Corruption, ни Hail of Eros, то есть никак не защититься от связаемого было. Именно так. Отсутствие маны очень сильно порешало. Ну и, конечно, урона у Мазарина сейчас просто... Очень много. У него Нидослил Ларш Рот, у него уже есть плюс Лич Бэй на 20 да. минут. Это очень серьезно. 8-1 и 140 второй фарм. Второй дракон, 10 тысяч преимущества. Это очень и очень сложно отыгрываемое преимущество. Ни одного нормального замеса 5 на 5 не было. Конечно, нужно сейчас 5 solo players дожить как-то до лейтгейма, надеяться на то, что отставание в плане экономики не сильно увеличивается, но все это такое. Можно, на самом деле, и не выиграть. Видит Наутилус, что здесь Валибир, бежит за ним. Валибир пытается уйти. Ну, конечно, здесь он, да, уйдет. А Лунир не стал гнаться далеко за ним. Знаешь, вот фарм Физа 147 плюс 8 киллов на 20 минуте. Это и очень серьезно. Ари. Еще подкидывается ультом Нами. Все влетело. Просто все влетело в Ари, все, что можно. Зарин бежит просто за Валибиром. Чуть-чуть, наверное, не догонит. Все-таки в это время на мидлейне продолжается чейз. Ловят Лулу. Невероятно, конечно, урона сразу носит ей Варус. Ой, промахивается Chain of Corruption. В это время Мазарин добивает Лулу. Сейчас умрет еще и Варус, потому что он здесь явно встревает. Это квадрокилл. Неофициальный, но квадрокилл. И да, это минус да. мид. Нет, стой, это не квадрокилл. Килл это не Ари. Нет, килл Ари забрал Наутилус. Каким образом он это сделал? Ульта. Ты не представляешь, ульта все это время прыгала за Ари. Это был ладно. Тем не менее, это минус. Ты меня обманул. Конечно. Это ингибитор на 21 минуте. Вот опять, да, мы что видим? Gaming Gear U прекрасно играют в плане Objective. В плане башен, в плане драконов. В плане забирания на шоров, в плане контроля карты как таковой. Да, они делают все идеально. Да. Ты видел? Сейчас нами вместе с Грейсом обменялись скиллами, то есть. Нами. Ну, возможно, небольшая тренировка такая. Но это просто. Просто семейная пара и поругались. Да, да. И пытались друг друга убить, ничего не получилось. Как это... очень часто происходит в семейной практике, да. Но мы не будем об этом, тем не менее. Итак, Варус 1.5.6, у него есть Bloodthirster. У Грейвса чуть-чуть больше урона, как и чуть-чуть больше крипов, да, на 60 крипов больше. 3.3.8.
БТ, Last Whisper и еще есть энное количество голды. Ну да, совсем чуть-чуть. На Last Whisper. Он забирает синий, у него Рабадон, у него 4 стапы. Нет, физ 4 стапы, это уже... Да, это такое... Ох! Знаешь, Бакшот это не только физ. Просто Бакшот. Я сейчас смотрю за тем, что нами гоняет Тари. Да-да-да-да-да, юзает ульт. Спирит Рашем очень много дэмэджа получает. Сейчас Санспир поддерживает Джейс, и это минус Ари. Легенда. Легенда, 12-1. Счет у Физа. О, конечно, пик Физа в этой игре просто шикарно. Сработал по полной. Это минус. Фулл ХП. Просто фулл ХП. Базарин бежит дальше, просто. Его перекидывают наоборот к Хонгу. И это еще один килл. Ну, здесь Грига, наверное, тоже может умереть. Шатауни, да, у него, да, подбегает на Утилус. Инспира сейчас, кстати, кидал кушку именно, о, чтобы отходить. Ловит, и еще ловит Фаруса. Нет. Флэш-аут. Да, флэш его спал. Но это, скорее всего, минус Нексус башни хотя бы. Плюс еще и на топе башни страдает. Вопрос в том, просто что захотят именно сделать Gaming Gear U. Т2 на батлейне падает. Грейс забирает. Падает первая башня около Нексуса. Три человека уже резнулись. Надо аккуратно. Chain of Corruption попадает сейчас, да, в Джейса, но больше никуда не идет. Встревает сейчас с нами, делает флэш-аут и убегает. Нет, стоп, Спирит Раш бежит дальше, Ари за ней. Очень здесь лоу хп сейчас. Да, и да, у... скорее всего, умирает. НБС вошел во вкус, но может умереть Т3 башенка на топе. Еще она так вот, да, падает. Но вот сейчас ситуация 3 на 3. Очень много дэмэджа Deadly Brother сейчас выдается. Как? Вот это да! Вот это да! Что делает Джейс? Флэша просто. Просто слыша, убивают Варуса, убивают сейчас Хонга. Оу. Убивают. Да. Вот он, Джейс, Бруталайзер, Мурамана, Last Whisper. Чистая Корея. КДР, но они здесь явно урона прибавляют, но не настолько, да? Они прибавляют ДПС. Да. И это минус Nexus на 24-й минуте. Gaming Gear U одерживают еще одну просто шикарнейшую уверенную победу и продолжают настаивать на том, что они одни из фаворитов данных отборов. Что скажешь по поводу именно команды? Мне вот, например, очень нравится. Я уже мне говорил. Очень нравится ботлы, мне очень нравится саппорт. Саппорт команды GU в Inspira, просто что на трэше, что на нами, показал очень хорошую игру. Ну и Мазерин, да, сейчас он просто действительно был MVP этой игры, можно сказать. Хотя ему, конечно же, помог Алунир очень сильно сейчас на миде. В самом начале игры, до того, как у Ари был Spirit Rush, и два раза ее ганглили, два раза убили. И да, тут сложно было играть, на самом деле. Ари вначале ее очень сильно выключили из игры, а Лунир пришел до 6-го левела, два раза загангл. Дал физу преимущество, ну а дальше такой термин, как Snowball, наступил. Господа, мы оставим вас на 5 минут, с вами Сэша, с вами Фанкер. Мы стримим для вас, как вы помните, первые квалификации на первый региональный чемпионат по League of Legends в СНГ. Мы вернемся через 5 минут, скорее всего, это будет опять игра Gaming Gear U против еще одной знакомой вам команды. Не переключайтесь. Take them on fire.